Давно ли вы разбирали бабушкин сервант? Видели какие-то интересные предметы и не знали их названия? Сегодня мы узнаем у жителей Казани, помнят ли они вещи, которые когда-то были очень популярны. Что изображено на фото? Кипятильник. Испаритель. Как его зовут? Кипятильник. А это обогревалка для воды. Провод какой-то, это что-то связано, не знаю, для ремонта. Это кипятильник. Мы живем в общежитии, поэтому да. Мы прекрасно знаем, знаем что такое. Это замечательно, да. Кипятильник. Я знаю, я всю жизнь с ним жил. Это новая модель чайника Tefal 2000+. Это виниловая пластинка. Да. Уксус. Магнитола. Да, у меня такая в девятке стояла у папы. Музыкальный инструмент, как называется-то? Патефон. Это музыку слушать. А я забыл, как эта штука называется. Калькулятор. Тетрис? Да. Девушка, нам 40 лет, мы, конечно же, это знаем. PlayStation, хотел сказать, господи. Тетрис. Изи. Тетрис? Не Тетрис. Да. Тетрис. Тетрис. Папа твой играл, я не знаю. Это очень интересная игра, мы играем по вечерам. Узнали что-то новое? Значит, день прожит не зря. А это был соцвопрос, и я, Салия Гизатова. Всем пока!